тяжелее. Молодец. Оранжевый. Офигеть. Давай, давай, давай. Юр, не отвлекай ребят, никого не отвлекай, делай сам. Делаем, делаем, делаем. Не, больше надо, больше прокручивать надо. Денис Владимирович, знаешь, какая у Кирилл вопрос нерешенный из Дианы? Диана-то ладно. Да, подъем переворотом, Кирюш. Никак не осилишь. Представляешь, подъем переворотом. Юра, а, ты там делаешь? Андрюш, ну-ка покажи, пожалуйста. Можно нунчаки? Нунчаки? Да. Да. Давай, бери. Подъем переворотом, покажи нам с Денисом Владимировичем, как ты умеешь. Юрец. Ой, Андрюх, ой-ой-ой-ой-ой, Юра, ну-ка, Андрею, покажи подъем переворотом. А? Рука болит. Нет, он признался сейчас мне. Здрасте, здрасте. Здравствуйте. А можно по приложению собрать? Попробуй, да. Он не один на один сейчас признался, он на самом деле сказал, что у него как у терминатора там все. Серьезно? Железно. Металлическое? И он боится погнуть турники. Ну, Андрюх, ты не бойся, они уже погнуты, и мы их обратно уже разгибали. Давай, пробуй. Или все-таки рука болит? Рука болит. Рука болит? Ну, давай, сальто уж тогда крути. Как? Как дела? Все нормально. Все нормально. Денис. Устали, покрутим, что ли? Достань, пожалуйста, с футболочки. Ну, Юру надо это. Кирилл, Диана, размер маме скажите, чтобы отправил, ладно? Но у них день рождения, а у Юры день рождения вот сейчас. У них-то было? Подожди. Мама отправила размеры? Мамин телефон. А, я с ней разговаривал. Да-да-да, я ее в группу не добавил. Вот, точно. Добавишь? Обрежу, да? Все? Ну, и время, просто футболки пока все, достань. Я собираю. Собрал, батя, покажи, как собираешь. Сейчас еще одно крутое упражнение мы не сделали. Очень крутое. Сейчас подождите, не переживайте. Руки, спина. Че, надо самую, да? А? Сейчас будем смотреть. Я потому что самые не понимаю, детскую они растут, доставать. Как грибы, блин. Достав. Пусть пока они, время уже, пусть они уже, время уже это, подходит. Время 20.02. Время, да, уже просто подходит к завершению. Вы можете сейчас... Свободный режим пока. Маме позвоните, время 9. А завтра придем и прям... Дамир, Андрей, время 9. Обязательно завтра. Батя, звоните. Проснетесь, сделайте развитие. Ну, завтра не очень серьезно, а потом, через послезавтра, вот в воскресенье будет весело. Ничего себе, красавчик. Молодец. В свободном режиме. Матушке пока позвонить, скажите, что вы потихонечку собираетесь. Можно купить? Да уж, Юр, сейчас пора это сбор. Самую давай детскую. Так. Андрюха, твой размер мама отправляла? Да. Кому? Я не а я не помню. Ну ты ж тогда не пришел. Это сейчас встает? Ну вот ты ж тогда не пришел, оно ждало, ждало, ждало. Давай, снимай футболянцы свой. Что, я? Не, пока Андрюх, сейчас пока... Пока не ты, пока жди, пока Юрец, да. Ты пока жди, сейчас мы посмотрим. Здесь Юрец в очереди уже ждет. Ты не приходил, да, Мир, вот видишь, ну вот тоже футболку почему-то забыл, как всегда. Дамирчик, давай, кстати, мой, да, мой. Пока футболочку забыл, сюда. Подтянись давай. Десяточек раз. Давай, давай, одевай, сам, одевай, сам, сам, руки давай, ну, голову просовывай. Там посмотри, есть знаешь, еще на Андрюху. Размер у них такой же, как с Юрой, наверное. Ну, мне кажется, это уже последнее такого размера. Но если она последняя, значит, она, наверное, его и ждет. Ну, это его как раз и было. Вот это? А, да. Вот это у Юры, которая? Да, а, да. Блин, Андрюх, тогда ждем, братан. Ну, че, Юрец? Да, иди сюда. Ну-ка, идем сюда, идем. Пусть батя посмотрит. Осанку. Где осанка? Ну-ка. Диан, размеры мамы помнишь? Точно? Ну, батя, подойди, иди, он оценит, посмотрит. Размер твой, не твой, нормальный. И справку, Диан, Кирюш, да, справочка, Алексей, ладно? Как? Нормально, правильно. Черные штанцы, черная футболка, белые носки, все как красный полагается. Поясок. Че, еще одна есть детская? Нету. Эти здоровые, все ты, Андрюх, последние. Утонешь в этих здоровых. Но ты, Андрей,
ты не переживай, слышь? Все, мы ждем. Дамир, 10 подтягиваний, пожалуйста. Сделал 10 подтягиваний? Ну-ка, покажи. Ну-ка, давай еще разок. Две осталось? Мне казалось, что... Там сила прибавляется? Две осталось. Сила по-любому прибавится, давай. Нифига себе, там силы можно только сразу прибавиться. Без рывков, Дамирчик, давай без рывков. А давайте все, пожалуйста, на турнички запрыгните, Кирюш. Давай на турничок запрыгивай. Диан, Андрей, давай тоже на турничок запрыгните. Давайте червончик, Юрец. Дамиру. Юр, давай на турничок запрыгивай. Десяточку. Две штуки осталось? Нет, их вообще четыре осталось. Четыре, да, осталось? Раз, два, три. Кирилл, четыре. Андрей, залезай, так нечестно, давай на высокий турничок. Диане там можно, а тебе, Кирюш, на... нет, Андрею можно там, 46, а Кириллу 48. На высокий. Выходить? Все, сейчас он подтянется. А чей, кто приехал? Подожди, Дамир, ну, позови его, подожди, пусть поднимется. Подожди. Я хочу спросить, где твоя футболка? Ты чё же он это? И не, вернее, спроси, он поднимется или нет? Юрец, посмотри, там шкафу ножницы должны быть на самом. Во-вторых, я сначала пошел гулять с Андреем. Все равно, рюкзак бери с собой, ладно? Давай, Андрей. 46-48. И одевайтесь, маты стелите на место. Ножницы же там были у нас? Да, ну лучше ты подойди и сам посмотри. Сейчас, да пусть дома отрежут, все, пусть дома отрежут. Пусть дома отрежут. Если не увидел, значит... Дома отрежете. Да, дома, у меня терпи, дома. Все, обязательно скажи это, маме скажи, ладно? Все, да пожалуйста. Конечно. Иди, Петюнька, пожми Денису Владимировичу. 48-50 и... Юрец, иди Денису Владимировичу руку пожми и мат помогай. И 48-50. Все. Расстилать. Красавчик, Юрец, а что только мне Сергей... Не знаю, ну, Сергей иначе сказал Денису Владимировичу руку пожать. Две больших и две чуть матрасы поменьше. Вдвоем. Дамир, помоги Юрию матрас, он тяжелый. Дамир, помоги, пожалуйста, Юрию матрас отнести. Папа, поднимется. Поднимется? Все, класс. Давай. Матрасики взяли все вместе, всей кучкой. Все, Андрюхе, шкодим. А здесь еще это, здесь еще магнезия. Я говорю, я сегодня захожу после приматов, она там... Вот здесь вот, там нормально все было, сюда села начинается. Такая же тема, возле стола, но они как будто хранят здесь магнезию. Прокашляй. Нет, нормально. Шкодин, Андрей, Кирилл с Дианой? Да, Диана. Матушка их должна была отправить. Кирилл, у вас, у мамы такая же, как у вас фамилия? Да. Огнищева. Огнищева, да? Да. А как Машку зовут? Марина. Марина? Ну, стелите маты. Да. Стелите маты, пожалуйста. Ну, что, девочка, это что такое, парни? Вот, надо, знаешь, что узнать? Сейчас, секунду. Ну, что это такое? Девочка сама делает, а вы что? Эх, мужчина, а? Вот это вы богатыри. Юрец, ну, красавец, да, но уж девочке-то поухаживать надо. Что говорят? Им, если успевают приходить заказать, да. Может быть, черно-белую? Черное и белое? Белую одну. А рисунок же проблема, помнишь, рисунком была? Он на белый, они отказываются на наших печатать. Ну, черным напечатывают. Нет, они как раз, они отказывались на наших белых печатать. Помнишь, мы спрашивали, в чем проблема, почему мы черные выбрали? Потому что они говорят, только печатаем типа на наших белых. Такие условия. А их не белые, они там по сколько, по 2000 покупать? Да. Это гониво. Но я удивлен, почему они черной краской не могут напечатать. В чем прикол? Может, вот она... Я не помню. А вот с ним я вот с Валерием. Спроси. Разговаривал насчет этого, нет? Потому что вот по. Ну вы что, ребят, ну Диан, отойди, пусть парни сделают. Диан, отходи. За поролон не тяните. Не надо за поролон, за чехол тяните. Потому что по логике вещей, как бы, они любую цветную печать делают. Если будет белый фон. То, ну, либо футболка это белая. Они могут красный знак сделать да. Черным тем же самым. Давай узнаем, красным. Конечно. Я бы вообще был, чтобы комплект у них был белый и черный. Я бы за такой. Белый, типа там на соревнованиях. Так, ребятня, одеваемся. Кто завтра в субботу придет? Диан, подарки. Кирюша, подарки. Помнишь? Юрец, че, с батей давай договаривайтесь. На часок, может, загляните за подарками. Дамир, помнишь? Что, учебу, да, пригрузили там, вторая смена, да? Андрюш, если с бассейна получается, залетай за подарками.
весенними. Андрюш, маме скажи про размеры, ладно? Да. Но видишь что, вот почаще бы ходил бы, досталась бы футболка. Перехватил бы раньше кого-нибудь. А так кто-то, значит, раньше тебя перехватил. Ну? Да, подожди, не убегай. Ты телефон хочешь проверить? Мамин телефон. Дамир, у тебя есть? Юра. А я записывал его? Юрец, аккуратнее. Мама, как звать? Сфоткать? Ну давай, конечно, сфоткай. Наталья Викторовна. О, Наталья Викторовна, да? Есть, да? Вот, 8910, да? Этот номер телефона? Нет, нет, нет. Стой, Наталья Викторовна, это... ФСС, блин. ФСС, ну это... Сейчас, подожди, если у меня это записано, то, по-моему, прям даже фамилия написана. Юрец, ну ты же красивый, плажи, я никак, вот что-то стол пообнял. Давай, например, как сегодня, уголок из-под турника. Анатолия. Ну, она у меня написана, Наталья Анатольевна. Диана, все забрали. Странно. Почему? А фамилиев нету? Нет, фамилии. С этого турника на этот перепрыгнуть. Ну прыгай, ты долетишь? Да. Давай. Изменить. Наталья. Хорошо, видишь, как мы уточнили? А тут я ей позвонил бы и сказал бы. Ну-ка, Наталья Анатольевна. Она мне сказала, ну-ка. Малчик, ты кто? Давай. Наталья. Че, Дамир, готов? Магнезии нету? А вчера кубик целый забрал, Никита утащил. Дамир, ребят, поздоровайтесь. Он перепрыгнуть хочет, вот он ждет очереди перепрыгнуть. Добавлю сейчас в группу Вайбер, в родительскую. Что, завтра придете? Дамир, здравствуй. Не буду отвечать. Учеба или что там? Пианино, пускай пианино, да, он рассказывает, да. Дамир, давай аккуратненько. Диан, все, вы собрались, все забрали. Дамир, скажи, пожалуйста, а чё, как сегодня так получилось, что они не попали? А, кстати, да. Это вообще прикол. Сейчас знаешь, какая штука? Стоят внизу, стоят. Сейчас, подходят ко мне. Нету тренера. Я говорю, ну ждите. Опять через 10 минут. Нету тренера. Я позвоню тебе. А ты как раз мне тоже позвонил. Я еще так удивился. Думаю, блин, нету. Так смотрите, Юра пришел. А Юра опоздал с учебы. Я здесь уже был без 20. Я им просто сколько раз говорил, поднимайтесь, спрашивайте. Я говорю, вы поднимали? Конечно. Спрашивай. Даже если охрана говорит, нету, они бывают пропустят, не понимают. Да, охрана там все равно поднимает. А хотя бы одного отправить. Так Юра поднялся, а они тусовались, пока Денис Владимирович. Ты представляешь? Я говорю, до свидания, Диан, Кирюх. Все, они там этот помахали. Да. А Денис их привел. Я говорю, где были? Гуляли. Я говорю, вы что? Не хватило... А я скажу, они там по первому этажу. Гуляют. Они, конечно, каждый пятый. Вы что, парни? Нету. Я говорю, ну ждите. Очень странно. Не-не-не, такого не бывает, чтобы не было. Не, ну думаю, там может опаздывать. Не, запоздать. Дамир, аккуратно. Матрасы убрали, матов нету. Да нет, давай одевайся. Я все понимаю, но так этот... То знаешь, что бывает, они проникают и здесь находятся. А это как тренировки раньше приходят, да, там без пяти тусуются. А эта тренировка есть, я смотрю, нет, ну что ж такое-то. Андрюш, ты пошел? Все забрали. Ну все, короче, это, скажи, чтобы, ну что такое дисциплина, а? Дамир, хорош, я опять футболку забыл. Говорит, гулял, забыл. Да. Что, в рюкзак, что ли, не можешь положить, брат? А Андрюха, наоборот, страдает, у него футболки нет. У тебя есть, ты не носишь, а он бы сейчас бы рад бы носить, а нету, да? Ну не переживай, все будет. Завтра это приходите за весенними подарками. Все, до свидания. Юрец, надеюсь, до завтра. Все, до свидания. Ребятня. Да, все, всего доброго. Если получится, Алексей, если получится, завтра подтягивайтесь. Может, хотя бы на часочек, ладно? Юрец, ну этот, что, с праздником, да, с праздником всех. Всем привет передавай, все, до встречи. До свидания. До свидания. Да, все очень странно, Денис Владимирович. Я умыл руки, у меня сейчас лопнут. Я сегодня весь день руки, у меня сегодня день рук.
Да, а что это? С утра как началось. Чем день рук связан? Да просто. Ты везде одинаковый взял? Нет, все разное, Серег. Он там что-то начал тупить, во-первых, этот автомат. И потом я сам к нему присоединился. Начал кнопочки разные нажимать, да. Очень усердно, чтобы он там лишнего не забрал у меня. Я почему спросил поделиться, чтобы чем делиться? Если все одинаково, без разницы, все разное, сейчас намешаем. Стаканчиком радости. Прости. И что ты день рук сегодня решил? А это да нет, ничего, просто, во-первых, утренняя такая что-то гимнастика, я еще с утра так подумал. Думаю, нифига, что-то я такой акцент прям на руки сделал. Ну, отжался. Более-менее отжался там на 30 с отжимания от стульчика. Ты же это видел, да? От стульчика, по-разному. Приматская. То есть все, кто смотрел, охуевают просто. От смеха и от всего, блин, ведь дичь такая-то. Ну это где про бабушку старую, да? Я так не понял, там про очень странное. Там просто про... Он даже не изменил, да, с того раза? Не стал. Не, ничего, вот это как раз было. Да-да-да. Да-да-да, вот, не садиться на диван, только родителям, да, бабушкам с дедушками. Да. Не трогать бревна, бля. Ложить не вещи. Не трогать штангу и железо. Ложить вещи, где... Не срывать плакаты. Слышь, в натуре правила для каких-то этих, блядь. Он как будто идиот. Дичь для идиотов. Парень вчера смотрит виновный, говорит, бля, говорит, а что это, говорит, вот это вот. Это же он даже не редактирует, да, но да. Это директор школы приматов. Блин, говорит, это он красавчик. А Максимка-то помнит этот был? Максим, как он? Насорили, Тюрин, Максимка, он же помнит, за вот эти, как Артемка их заставлял учить наизусть. Рассыпали магнезию, пролили воду. Значит, нужно тряпкой все убрать за собой. Раскладывать аккуратно маты. Да, благодарю. А я сегодня этому... А, да, налил. А сегодня этому пареньку казашом, который, ну, не так не понял, но все-таки казахный. Айдар, инструктор, да? Инструктор, который, да? А? Инструктор, ну, который инструктор, у них. Там хрен победишь, ну, в общем. Айдар, как его имя? Что-то такое, да. Я ему говорю, ты видел? Да. Я говорю, зачитал? Да. Я говорю, а что не развесил? Ну вот, я развешу, все сделаю. Я говорю, все, лады. Развешу, все сделаешь. Если что-то повредили, рассказать. Об этом руководителям клуба. Если пользуемся покрышками, аккуратно складывать покрышки, не катать их по полу, чтобы не повредить покрытие напольное. Заботиться о чистоте и порядке в зале. Да. Ой, блин. Надо. Простите меня, но... С Николаем Алексеевичем, ну, в следующей неделе, наверное, вам все-таки встречаться. По депутатам, да, по письму, по быстро по всем Федосенкам, со всеми этими. И все. Блять, опять забыл. И вот такие вещи составляют взрослые люди, которым, ну, директор школы, родители доверяют воспитание своих детей. Что, знаешь, текст-то как будто на печатной машинке отпечатан. Это текст, наверное, ну я бы максимум хватило бы. У меня, я не знаю, чего, блин, на это хватило бы ума повесить в школе для откровенных... Да не, даже там нельзя, даже там нельзя. Даже там могут возникнуть просто много вопросов к тому, кто составил эти... Да, блядь, как будто ученик этой школы набор составил. И не самый успешный каких-то ученик. Каких-то непонятных предложений. Нет, слова-то он попытался соединить между собой, но смысл, как-то странный смысл. Просто даже про обувь и в коридоре, и там, и одежду ложить или что там, оставлять обувь на коврике или что там. Пропускаем в зал в сменной обуви. Пропускаем. Кого пропускать? Ага, по пропускам, наверное. Угу. По QR-кодам надо было написать. Ну да. Во-первых, в зале мы не занимаемся в обуви, у нас здесь чистота и порядок. На входе написано, вход строго, да. В сменке и в ботилок. Написано. А вот пропускаем в зал в сменной обуви. Дальше. Второе. Проходим в зал в чистых носках. Проходим в зал в чистый носках. Чистые носках. Это может быть еще не для очень русских ребят. Что там еще? Сменную обувь оставляем на коврике.
Вместе с одеждой. С верхней одеждой. Да. То есть на ковер. Коврик сложил верхнюю одежду, в нее замотал обувь. Можно наоборот. Сложить можно верхнюю одежду, и обувь вложить сверху. Знаешь, как на речку, когда плавать. Ну да. С тапочками. Не садиться на диван. Только родителям и бабушкам с дедушками. А здесь идет еще ущемление инвалидов, понимаешь? Конкретное вообще. А людей из пожилого возраста. Да. Не садиться на диван бабушкам и дедушкам. То есть молодежь, короче, нет, валяется. Наоборот, спят. Садиться можно бабушкам, дедушкам? Или как там, знаков препинания непонятно? Здесь есть знак препинания, но он ли имеет место быть здесь, это вопрос. А в целом написано, не садиться на диван, только родителям и бабушкам с дедушками. А, не садиться на диван только родителям, остальным всем можно. Все, тогда инвалидам вот можно. Вот, пожалуйста, воспитание и отношение к родителям и к пожилым людям есть, да? Блять, воспитание к орфографии, понимаешь, и уважение к знакам препинания. Не трогать бревна. Блять, такое ощущение, как будто мы попали куда-то... Пилобазу. В натуре, на пилораму, блять. Не трогать бревна, блять. Кстати... Про бревна. Я подумал, тут козла нам надо приобрести. Не трогать штангу, блядь, и железо. Вот железо, да, никакое. Не срывать плакаты, самое главное, после того, как накачались те на турниках, блядь, адреналин в башку ударил у всех и погнали срывать плакаты, блядь, по всему зданию, причем, блядь. Везде. Ну, знаешь, ошалелые бегают там, самбистов всех, блядь. Да. Только воркаут школу приматов не трогают. Козла надо приматы, приобрести. Приматы, что, вот козла они как обезьяны прыгают везде, все срывают. Или коня. У тебя нигде там ходов по старым школам? Может быть. Козла или коня нам надо? Козла лучше, козел он поменьше. Кожаного. Да. Либо на Авито, шмавито надо смотреть. Либо самим сделать, но это будет круто самим. Крутовато. Так, Денис Владимирович, потихоньку. Если насорили в зале... Рассыпали магнезию, пролили воду, значит, нужно тряпкой все убрать за собой. Есть контакт, да? Девятое. Раскладывать аккуратно маты и убирать их на место. Десятое. Если что-то повредили, рассказать об этом руководителям клуба. Одиннадцатое. Если пользуемся покрышками... Аккуратно складывать покрышки, не катать их по полу, чтобы не повредить покрытие напольное. Блять, это инструкция прям, знаешь, как на монтаже, блядь. Да, без души это сделалось, я прокатил. 12. Заботиться о чистоте и порядке в зале. А вот как они будут заботиться, мне просто интересно. Ну, блядь, вот. Ну. Обувь складывать на коврик, на обувь складывать на одежду. На диван не садиться, не трогать бревна, не срывать плакаты, раскладывать аккуратно маты, бабушек и дедушек не сажать на диван, никогда. Пользоваться покрышками аккуратно, не катать их по полу. Железо не как трогать. Их тогда вообще им пользоваться, блядь? Да, вот у него висит на двери, да, ему сказали, я вот для сравнения, вот, тебе висит техника безопасности, все. Заботиться, ну. Ну, зато посмотри, в шкафчик загляни, какой он рулон из скотча. Вот он нормальный рулончик из скотча привал. Да, рубас так у меня и плавает на карте, я про него забываю. Ну, вспомни. Серому перекинуть его. Это, посмотри, скотчик такой, не дуровский, в общем. Он, видать, надыбал, Серега так радовался. Он говорит, о, где он такой скотч сделал? В каком-то концтоварном, что ли, приобрел. Я, кажется, понял. Знаешь, когда я сейчас снаряжение доставал, краем глаза обратил внимание. Не пригляделся, но заметил. Да. Так вот. Оп. Мамалевский. Так, слушай, Серега. Ключи забрал у тебя? Да, все у меня. Я только забыл ключи привезти, но это я приду завтра, постараюсь. Дай мне эти пруточки, которые вставляются у нас. Один. Два. Два вставляются? Я два не вставляются. Я один можно возьму? Да, завтра. А может эти возьмешь, которые не вставляются? Они не нужны? Нет, они нужны, но просто, может быть, их подточил бы, нет? Нет. Это подточить, это там целая эпопея. Thank you.
как тебе сказать, можно все сделать. Долго? Уменьшить их в диаметре, все сделать, подогнать, но это очень-очень долго. Денис, ты гантели осилишь, Гири, вернее? Да, осилю, блин, можно, конечно, вообще супер крутой вариант попробовать сделать несколько штук вот этих вот побольше диаметром взять и выточить из них часть диаметра такого, чтобы она, чтобы упор сделать. Ну да, просто он зайдет и все. Да, вот, да, она, да. Вот так получается, да. Мы ее цик-цик-цик, и вот он здесь вот так вот, и все, и встал. Сколько-то моментов обточить, ну половину его. Ну видишь, это придется с одной стороны его только обтачивать и все. Ну ты, ну, с этим, да, пока думай, что ты хочешь сделать. Не, потом... его можно обточить с двух сторон. А посередине оставить просто вот шишечку, которая будет упором. Да с одной проще будет, мне кажется. Ну, либо с одной. Ну, с равно, все естественно, проще будет. Прости, надо. Тогда давай мне одну еще такую для пола. Да. Ну, мне надо для диаметра, понимаешь, какого диаметра это все. Мне кажется, две взял бы качественные, нет, не надо. Давай две, да. Давай тогда вот так. Пакет раз и вот тут пакет два. Потому что завтра я еще... У тебя какие-то завтра точильные рейки? Притащу. Нет, у меня завтра не точильные, потому что точильщик из меня не очень. У меня это пилильные как бы дела. Эти я завтра приведу. Допилить планирую. Ну скажи, как... Денис. Грузики. Стойки. Допилить. Ты говоришь, у тебя там три что-то стойки. Завтра, может быть, начнут. Нет, я просто делать. А, они нет, готовы эти. Мне надо центральную штуку просто вытащить и все. Они уже практически, ну, все сделано. Заготовки сами все есть, все этот вырезано. У вас здесь перед глазами стойка. Отшлифованы, все четко. Но только надо эти вот. Нет. А что скажи, почему мы те не могли починить, которые вот эти? Потому что там уже этот черенок. Он уже рассыпался, развалился. Его не склеить, починить его, нет. Склеить, не склеить. Его можно только отрезать, этот черенок, маленький, и заново сделать, то есть уменьшить. Угу. Ну и плюс ко всему, что они там все рассыпаются уже, заусенцы, щепа торчит. Ну, как бы нам-то без разницы, но вот дети, мало ли, не знаю, если есть вариант. Тоже. Там получше что-то, поаккуратнее. Верно. Вот, ну ничего, этот, у нас мы на базе на них отжимаемся. А, вообще. То ж предельно они, да? Да, конечно, никто их там не распилил, никуда не выкинул. На базе стоят, Колян говорит, вообще красота. Угорали, кстати, только недавно, говорит, слышь, столько всего, говорит, сделали, себе не можем ничего, говорит, сделать. Я говорю, так всегда, Колян. Ты говоришь, не поверишь, мы тоже, вот с Серегой сколько занимаемся, тоже все с подручных средств. Ну, сейчас на этом всем, видишь, как организовывается понимание у нас, что, куда, где, зачем, почему. Так. Серега, а, там, сейчас, ну, ладно. Сейчас.